Привет, друзья мои. Как со школы? Пью чай. Я Светлана Та. Дурачусь, как ребенок. Новым годом здесь не пахнет. Вот такая у меня елочка. Я Ерушан. С Новым годом! Я Ерушан Лоскутос. Спасибо, что вы были с нами. Всем привет, друзья мои, с новым 2021 годом. Привет вам из Мерсина, из теплого Мерсина. Оно сегодня не солнечный Мерсин у нас, но очень теплый. Ветра нету. Вот я стою на балконе, и мне совсем не холодно. Город или спит, или непонятно в каком состоянии. Несмотря на ограничения, у нас 4 дня, нельзя выходить. Я смотрю, что в парке, волосы у меня сегодня стоят, в парке есть движение, детки гуляют, я даже удивляюсь, хотя 4 дня нельзя. Там, смотрите, тоже. Боюсь, чтобы телефон не выпал. Вы видите, везде движение. Надеюсь, вы меня слышите. Выспалась сегодня первый раз. Встала с кровати в 3 часа. Как мы вчера отпраздновали? Ведь вы знаете, что я вчера с 8 утра на ногах спала 4 часа ночью. И после того, как провела прямой эфир на Ютубе, а также прямой эфир провела в Инстаграме целый час, Ашкеб мой кушал, а я чуть-чуть поела, даже мясо не попробовала. Там же у меня было 3 вида. Вот 2 вида не попробовала. Вот салат и так чуть-чуть. И мне было достаточно. Я же уже отвыкла ей кушать. И в 12 часов, когда наступила, позвонила маме. Мама что-то плохо себя чувствовала, дети уже спали. И у меня какое-то настроение такое было, да. Ну, я позитивная, все будет хорошо, но отравилась. Ничего страшного, лекарства она знает, какие принимать, я ей сказала. Так что, ну вот я, мы посидели, наверное, потом поплясали, вы видео видели с Ашкевом. Побесились, и все-таки усталость берет свое, да. Перешли на тот стол, на фрукты, орешки поела. Включила компьютер, смотреть стала и заснула, вы представляете? Я не помню, когда мне Ашкем 4 часа разбудил, говорит, иди ложись. Я говорю, нет, я смотрю. Он меня будил, нет, я смотрю. Мы разговаривали, но деньгам чешется. Когда, кстати, чешется левая рука, вы всегда поцелуйте ее, потом вот так проведите по бровям, по всему телу. И вот так сделайте. И деньги придут к вам. Не знаю, учу вас всему, учу. Надеюсь, что у вас все получится. Так же, как у меня, да? Меня тоже же кто-то когда-то учил. И вот я же не придумала это сама, эти все процедуры, ритуалы. И очень благодарна. Вон и там гуляют. Ну что, сейчас пойду, будем завтракать. Завтрак уже 5 часов вечера. Ашкема разбудила. Ну, выспалась сегодня. Проснулась я в 8. Посмотрите, что творится. Вайми, посмотрите, вы видите? Что происходит? Ну, кимолу турьерур, да. Хич кимсе йок? Нерден гелди? Орадан гелди, орадан. Вурду о буюк. Араба сонра орада. Тыр-тыр-тыр, хэп вурду. Не ишь я пьер. Все соседи выбежали. А? Какие мурдашки? Алла Мадива, чуджук.
Проблема раба. Вот такие вот у нас чудеса на Новый год. Вот так мы отдыхаем с Ашкимом. Ашким, отдыхаем, Ашким. Кутлуйорус енилар, кутлуйорус бис. Хочу сейчас посмотреть «Голубой огонек». Позвонила мне моя подружка из Италии, говорит, смотрю «Голубой огонек». Я говорю, а как ты нашла? Нашла, говорит, в Ютубе, говорит, в Гугле «Голубой огонек». Ну, пока не открыла. Мы с ним позавтракали в 5 часов. Поздравили еще родителей. Поздравила я свою маму, позвонила. Она, у нее все хорошо, ей сегодня лучше. Она с детьми только пришла, с внуками, водила их на елку. Говорит, платные качели были закрыты, а бесплатных там такие простые. Говорит, накатались мои внуки, такие сладкие, они такие холёти. Бабуля как соскучилась по ним. И поцелуи, они мне шлют, шлют поцелуйчики, мои любимые деточки. И вот Анемчика Баба Джима тоже поздравили мы. Я говорю, как вы там чувствуете себя, как поживаете? Сколько моих друзей, подписчиков спрашивает про вас? Они говорят, очень хорошо нам, говорит, мама, говорит, с утра начинает печку жечь. Мы, говорит, сейчас, говорит, сделала мне фасоль. И плов приготовила, мы, говорит, сейчас покушали. Я говорю, а мы только завтракаем. И говорит, все у нас хорошо. Говорит, я говорю, вам не скучно там? Совсем не скучно. Мама, говорит, ходит там к своей сестре, к соседкам и разговаривает. И говорит, так день проходит, говорит, у нас все хорошо. Я тоже, говорит, хожу в джами, говорит, мечети. В общем, я говорю, мои подписчики по вас скучают. Говорю, мы бы приехали с удовольствием, но из-за этой короны не хотим передвигаться лишний раз с Ашкимом. Сейчас у нас обед есть, все. Не знаю, что-то, когда мы покушаем с ним, работать не хочется ничего, видео монтировать надо для вас ставить, а так неохота, посмотрите, сидим мы. Даже, представляете, так наелись, пока все приготовила, так ни одну конфету еще не съела. Там наш стол вот такой вот с фруктами, ничего не хочется. Покушали сейчас бюрек с чаем чуть-чуть и, может... Так что вот так вот мы отдыхаем. Авария там произошла, чем закончился, уехала машина, непонятно как. И вот вчера, договорила вам или не договорила, мы с Ашкимом очень хорошо провели время, очень. Благодаря вам, Ютубу, моим подписчикам, моим бизнес-партнерам, я чувствую себя кому-то нужной, и моему мужу стало жить веселее, потому что он всем сегодня хвастается, что так и так про меня только и говорит хорошее. Спасибо Богу за все, что у меня сейчас есть. И это все благодаря моему бизнесу на платформе GigoYes. Вы даже не сомневаетесь в том, что в онлайн, в интернете можно зарабатывать хорошо и устраивать свою жизнь более стабильной. Я стала уверенной в завтрашнем дне благодаря моему бизнесу на платформе GigoYes. Поэтому, мои хорошие, не бойтесь сложностей и никогда не думайте, что у вас может не получиться, хотя вы этим никогда не занимались. Я тоже не занималась. Я медсестра и вообще не дружила с интернетом, с математикой, хотя я хорошо училась, но не любила. Но у меня все получилось, потому что мне нужно было как-то выжить и встать на ноги в чужой стране. Так что, если вам интересно, пишите, хватит наблюдать за мной. Пишите, я вам все расскажу. И присоединяйтесь, начинайте свою жизнь менять. Все, пойду сейчас приготовлю кофе и попробуем пряники, которые я купила на Новый год. Елочку надо съесть, правильно? Смотрите на моего мужа. Голубой огонек ему понравился. Посмотрите. Повеселел со мной. Жизнь Ашкина со мной изменилась.
Посмотрите, посмотрите на него. Нашким. Ашким кавы, чечесы мы кавы. Вот так вот у нас весело. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.